результате происшествия на улице Первомайской в Самаре пострадал водитель автомобиля «Нивы». Информацию нашему телеканалу подтвердили в городской автоинспекции. Напомню, проезжую часть в первой половине дня перекрыл повалившийся тополь. По стечению обстоятельств в момент падения на дорожной полосе оказался автомобиль. Удар пришелся на лобовое стекло. Однако, по свидетельству очевидцев, несчастье можно было избежать. Житель дома напротив рассказал нашим корреспондентам, что дерево накренилось еще ранним утром. Бдительный мужчина даже снял на телефон момент за час до случившегося. И, пытаясь предотвратить ЧП, позвонил в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу и в полицию. Перезвонил, видимо, это было, ну, я не знаю, объяснил, что это кабель освещения. Вот. Через какое-то время перезвонил в службу 02. Предположил, что дерево может упасть, и предложил вариант подъехать, посмотреть, нет ли необходимости перекрыть дорогу. Вот. Но в результате через полтора часа дерево все-таки упало. Оказавшиеся на месте сотрудники дорожной полиции установили факт ДТП. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, ЧМТ СГМ, ушиб грудной клетки, амбулаторное лечение. В 13:40 движение было полностью восстановлено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.